Это блюдо талии. И индусы едят его целое блюдо на одного человека. Нам это показалось много, мы взяли одно на двоих. Едят они это руками. Причем и рис, и лепешки. Но лепешки я еще понимаю, как руками. Ее отрываешь кусочек и ну вот так вот берешь так. О, у меня даже получилось. И вот. Как-то так. Вот, но мне так не получается, поэтому я беру лепешку, беру ложку, наливаю сюда в лепешку, ну и, соответственно, кушаю. Ну, рис они тоже едят руками, они берут вот так макают и все это едят. Мне это совсем не получается, поэтому ложка нам в помощь. Вкусно? Кстати, блюда тали, разные блюда, да, маленькие. А вот это вот белое, я так понимаю, что это такое? Похоже на кокосовое молоко. Оказалось, это кефир. Я уже год, около года кефир не пила. Поэтому это была большая радость видеть и попробовать здесь кефир. Настоящий. Очень вкусно. Ja, auch klar, weil es natürlich auch sehr voll ist. Genau. Jetzt noch ein Bier. Ja, das ist schön. अरे वो मलिक बाजार में जाके ना